Нет, вот сейчас у нас в стране именно такого вот ощущения у людей. Но послушайте, оно... давайте так, это мои дети думают, что с их рождением появилась музыка, кинематограф, все на свете. До них ничего не было. Они говорят, ваши отстойные 80-е, ну, до нашей эры. Но вы же взрослый человек, вы же понимаете, что все было до вас. Очень давно все проходили. И круче, кстати. Да кто... Вот у вас такая история банальная, которую вас ничему, в принципе, не научили. У меня дома барабашка живет. Я, кстати, с квартиры в квартиру ее. А вы зря смеетесь. Есть такое дело. Зря смеетесь. Я его молочком пою, да. И очень переживаю, когда я себя куда-то еду, Надя остается. Не пробовала отдыхать? Нет, нет. А что? А он не будет вот барабашкой? Только в наш герой меня поймет, правда ли? Ну, о чем и речь. А у вас кто? Тоже барабашка. Домовой, я считаю домовой. Потому что а вы как проявляется? Я еще когда в Санкт-Петербурге учился, снимал, арендовал квартиры. Вот я заезжал там в одной, может быть, жил, еще где-то. И вот постоянно что-то где-то происходило. То есть там стучат, там бренчит, еще что-то. Все заканчивается, там дверь в ванну закрывается. А молоко наливали ему? Я его потом вина налил, ужин приготовил ему, поставил, третьего человека посадил. Все. А я бы хотела на сюрприз посмотреть. Я хочу подарить тебе данный подарок, да, чтобы ты была королевой не на кухне, а ну, чувствовала себя королевой в постели. Дайте, пожалуйста. Саша, позволение откройте, покажите нам, продемонстрируйте, а мы позавидуем. Давайте. Посмотрим. Наивный молодой человек. Это 2-3 раза в неделю, а кушать хочет 3 раза в день. Ну, прямо сейчас. Предложите. Скажите, а вы считаете нормальным вот на первом свидании взять такой подарок? Нет, только все по-разному очень. Всех по-своему. Но на всю страну, простите, подарить нижнее белье? А что такое? Это, наверное, вот так. Ну, так. Да, только размерчик большеватый. Для украшения. Ну, ладно тебе уж прямо. А, слушай, а это хлопковое? Да нет, наверное. И вот так. Ты знаешь, на месте этой девушки, Кати, я бы вообще не стала открывать это белье. Спасибо, приходите. Спасибо. Спасибо. Готовься. Да, сейчас послушай. Молодой человек поверг меня в шок, потому почему? Что не совсем уместно дарить такой подарок. Мне кажется, это такие интимные вещи, которые но подруга не совсем же взяла. Уместны. Ну, чтобы не обидеть молодого человека. Правда? А почему вы считаете, чтобы не обидеть? Вот смотрите, Екатерина в первом случае не обидела идиота, который над ней глумился. Второго не обидела. Третьего немца, который приехал, воспользовался. Может быть, уже пора научиться говорить нет? Я просто добрый человек. И пора... Ну, вы не просто... Вы не добрый, вы глупая. Может быть, пора научиться как-то бросать в лицо вот такие вот подарки. Говорить, я не хочу слушать этот бред, а мне это неинтересно. Смотря на даже критику не воспринимает. Ей очень понравился твой подарок. Ну да. Вы пришли сюда для того, чтобы найти себе мужа. Да. И вы пришли сюда за любовью. А я вам говорю, как человек с опытом, что вам мешает? Почему мужчины и дальше вам будут попадаться один козлее другого? Вот потому что... Нужно научиться говорить нет. Нет, потому что к нам относятся так, как мы того заслуживаем. Ну, вас унижает, а вы позволяете себе унижать. Ну, я не считаю, что он меня унизил прям вот этим подарком. Конечно, это же тест. Это же тест, милая. Ну, почему одним женщинам, вот как говорят, все, другим ничего? Почему на одних женятся, от них хотят детей, они живут какой-то прекрасной жизнью, а другие обречены быть в крайнем случае любовницами? Если повезет, то постоянно на какое-то время. Нет, Катерин, на такую роль я тоже не согласна. Катерин, нет, тогда нужно по-другому о себе заявлять в этой жизни.